Нужно учиться быть находчивым, идейным, найти в себе силу оставаться на плаву, несмотря ни на что. Это качество победителя. Нужно познать в себе жажду. Нужно учиться проигрывать, терпеть поражение раз за разом и все равно не сдаваться. Все это обязательные качества победителя. Я не могу вам описать эту силу. Я знаю, что она существует. Открывается она человеку тогда, когда он осознает, чего хочет, и полностью посвящает себя достижению этого. В каждом есть величие. Нужно учиться не слышать критиков вокруг себя. Я закалю свою волю. Я не позволю ничему остановить меня. Я заслуживаю этого.